Контрольная закупка. В прямом эфире Думская ТВ провела социальный эксперимент. Наливают ли несовершеннолетним одесситам алкоголь в кафе и спрашивают ли при этом возраст, узнавала Юлия Долгонюк. Добавлю, что участие подростков в эксперименте проходило с разрешения родителей. Здесь расположилась ярмарка, где продают закуски и напитки под градусом. Сейчас мы проведем эксперимент и узнаем, насколько выполняется закон о запрете продажи алкоголя несовершеннолетним. Рядом со мной находится Настя и Лена, обеим по 14 лет. Их задача – попробовать купить любой алкогольный напиток. Ну что, девчонки, да, попробуем? До момента, когда можно будет спокойно покупать алкоголь, еще 4 года. Но девушки смело подходят к торговой точке. Слушайте, а можно сидр? Можно? Наши героини наблюдают за реакцией продавца. Попросит ли документы, спросит, есть ли 18. С первой попытки девушкам продают алкогольный сидр. Обычно крепость этого напитка от 5 до 8 градусов. Спокойно так улыбнулась и продала. У администратора заведения объяснение простое. Девчонки действительно выглядят больше 18, и сегодня у нас очень много людей, молодежи, которая действительно выглядит намного старше своего возраста. На место выехал наряд патрульной полиции. Надо проследовать в отдел для выяснения дальше пояснений. Сейчас разберемся, просим людей, составим протокол, если информация данная подтверждается. Данные материалы уходят на административную комиссию. Встретившись с правоохранителями, продавцы стали отрицать, что продали детям алкоголь. Я пробовал, был ярко выражен привкус спирта. Этот факт зафиксировали. Когда подошла камера, они начали видеть, что мы продавали не сидр, мы продавали лимонад, мы не продавали, в общем-то, мотировки были разные. Тем не менее, удалось успеть попробовать до того, как они забрали обратно и вылили, заменили потом стакан. Ведется следствие. Сотрудники полиции разбираются, была ли это погоня за выручкой или просто безответственность продавца. Если вину докажут, то реализатору грозит штраф. Юлия Долгонюк, Вячеслав Лаштаба, Думская ТВ.